Привет, друзья! Вы на канале Крипто Даша. И сегодня я познакомлю вас с новым интересным проектом, где можно неплохо заработать на фарминге. Это топ-3 лучших приложений DeFi на Binance Smart Chain. Называется проект Eggplant Finance. Это новейший и самый популярный протокол DeFi, который работает в Binance Smart Chain. Выращивание урожая является прибыльным способом получения дохода, даже если вы не разбираетесь в технологиях. Короче говоря, выращивание урожая позволяет вам получать больше токенов, пока вы спите, отдыхаете, либо занимаетесь своими делами. Eggplant Finance – это платформа для тестирования урожайности на рынке DeFi. Размещая свои токены в пуле ликвидности, вы можете получить прибыль от криптовалюты. Платформа Eggplant Finance дает возможность людям зарабатывать криптовалюту. Для работы просто подключите свой кошелек MetaMask к платформе и начните зарабатывать монеты. Проценты начисляются ежедневно. Этот проект уникален в своем роде, так как проект стремится к дефляции с помощью некоторых захватывающих игровых элементов. Команда усердно работает над созданием игр на основе токенов и выращиванием урожая, ориентированным на NFT. Кроме того, они планируют регулярные конкурсы и розыгрыши для сообщества Eggplant. Если вы новичок в урожайном земледелии, Eggplant Finance – отличный выбор. Благодаря простому для понимания интерфейсу получить проценты с Eggplant Finance легко. Здесь простых 3 шага. Подключайте ваш MetaMask либо Trust Wallet к платформе, выбирайте пул ликвидности в меню и делайте ставку на свои монеты. Далее зарабатывайте монеты и отдыхайте. Вы можете вывести свои заработки в любое время. Это очень просто. Делайте урожай на земледелие и увеличивайте урожай своих баклажанов. Здесь награды рассчитываются за блок. Как мы видим, здесь представлено 4 вида фермы с разными парами токенов на любой ваш вкус. У проекта есть дорожная карта со всеми предстоящими планами по развитию, где мы видим официальный запуск платформы, который уже состоялся 12 мая, также официальный аудит, который сейчас в процессе. Далее выпуск игрового автомата версии 1, реферальная схема, также розыгрыши призов, где будут призы NFT, NFT стейкинг, где будут эксклюзивные пулы для держателей NFT. Также выпуск игрового автомата версии 2, кредитование пула ставок, торговая площадка NFT, AMM, игры с токенами ECP, также торговые игры NFT. Они запускают 2 пула ликвидности, пара ECP BUSD и ECP BNB. Также будет 1 эксклюзивный пул ставок ECP с комиссией 0%. Это означает, что вы можете получать прибыль без каких-либо комиссий или непостоянных убытков. Проект проходит аудиторскую проверку, что говорит о том, что проект надежный. Также, как и было обещано, в этом месяце они выпускают интеллектуальные функции NFT. Это означает, что вы можете собирать свои любимые NFT с баклажанами, одновременно зарабатывая криптовалюту. И еще они выпускают игровой автомат с блокчейном. Так что положите свои монеты, потяните за рычаг и испытайте свою удачу. NFT из баклажанов – это не просто красивые картинки, это умные NFT, интегрированные в экосистему Eggplant Finance для увлекательного и беспроблемного использования. С их NFT вы можете торговать и собирать свои любимые NFT на рынке Eggplant Finance, также ставить и хранить свои NFT и получать вознаграждение, а это воздушные дропы, токены ECP и дополнительные NFT. Также использовать свои NFT, чтобы получать игровые преимущества. У них есть игры с блокчейном. Также делать ставку на токен ECP, чтобы получить NFT редкого выпуска. NFT позволяет вам получать больше игровые преимущества и VIP-ставки. Если вы любите игры, то игровой автомат с блокчейном Exciting для вас. Запуск игры запланирован после выпуска их NFT. Чтобы играть просто, внесите свою монету ECP и потяните за рычаг. Вращайте, пока не выиграете. Ваш приз будет очень сочным, это токены ECP, либо другие доступные токены, токен Cake или BUSD.
Также у проекта есть сообщество в Telegram, оно активное, быстро развивается. Присоединившись, можно следить за проектом, за его обновлениями. Всю информацию я оставлю в описании под видео, можно познакомиться с проектом лично. А на этом у меня все, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока!